Всем приветики. Когда-то раньше, когда я редактировал звук через Sony Vegas, у меня возникла такая проблема, что неудобно было редактировать звук, потому что спектр звука, вот эти вот колебания, они маленькие и сложно как-то, ну, тяжело редактировать звук, когда он такой маленький. И я хотел сделать его больше, не делая при этом его громче, потому что если наложить на аудиодорожку усиление, то да, эти все колебания, они станут больше, но они будут и громче. А я хотел сделать их больше, не делая при этом усиление звука, не делая звук громче, просто визуально. И я спрашивал людей, как это сделать, и никто мне не мог ответить. Мне просто говорили, добавь там огибающую громкости и увеличу ее там или усиление, но тогда звук станет громче. Так вот, как визуально сделать аудиодорожку больше, не делая при этом звук громче? Тут все просто, как оказалось. Я вот сейчас случайно это нашел. Наводим курсор на вот это вот этот вот прямоугольничек, и на нем написано «развернуть дорожку». Нажимаем на него, и все. Дорожка развернулась. Ну, как бы, я думаю, тут вы согласитесь, что так редактировать звук намного удобнее. Либо вот такой вот маленький звук, ну, такой вид звука редактировать, что неудобно. Либо она будет развернута и так намного проще. Сразу видно, где и что есть, потому что на маленькой дорожке, ну, как-то здесь очень тяжело будет попасть именно туда, куда надо. А тут вот как бы все просто. Перешел туда, куда надо, выбрал какой-то вот кусочек, который тебе нужен. Выделил его там. Поставил куда-то кусочек. Раз, отрезал. Два, отрезал. Все, этот маленький кусочек удалил. Ну, как бы удобно. Вот, поэтому если вам тоже нужно сделать звук визуально больше спектра звука, то теперь вы знаете как. На этом все. Всем покедова.